Для нас, людей верующих и православных, сохранение нашей великой традиции веры православной – это ведь обязанность, отчетная обязанность, но еще и очень трудное дело. А поэтому для каждого из нас книга, слово, слово музыкально исполненное, слово мудрое, слово ценное, спасительное – это жизни совершенно необходимый багаж. Но раз так, то Бог в помощь тем, кто помогает в познании этого слова. Нашим священнослужителям, нашим педагогам, преподавателям, учителям, воспитателям, родителям, всем тем, кто принял участие в том числе и в подготовке этого фестиваля. Особый слава благодарности руководству замечательного и очень умного города Реутова за то, что мы сегодня в этом зале. Этот фестиваль проводим для того, чтобы дети, во-первых, прожили праздник Пасхи очень ярко, очень торжественно, чтобы этот праздник остался в их сердцах. А праздник Пасхи – это все-таки праздник главный для нас, христиан, праздник, который должен воспитывать, заставлять детей, ну, в хорошем смысле заставлять быть и добрее, и лучше, и исследовать вот тому, что заповедовал наш Господь Иисус Христос.